Приветствую вас, дорогие друзья. На связи с вами Олег Антонов. Сегодня хотел вас посвятить, так сказать, таинство. Секреты старых мастеров, как я говорю. Или, может быть, продолжить разговорчик, начатый прошлого раза еще, когда мы делали, если вы помните, патюль. Такой вот образец шикарнейший получился. Это он уже вскрыт, по-моему. Мы луны его вскрывали с воском. А это он, ну, ничем еще не вскрыт. Он имеет такой вот вид. Как вам будет хорошо видно. Такой он. Интересно получился. Все его обклею. И вот в размышлениях, каким материалом его вскрыть. Здесь у нас попался снеговичок. Он такой перламутровый. Ну, с блёсками. Эти блёски попали на штукатурочку. Может быть, я воспользуюсь этой идеей. Денис принёс мне мрию. Диамантовая мрия. Есть такой материал у Иркома. А, без этикетки. Ну, тут такой, как лак с блесточками. Вот. Может быть, сейчас им и вскрою наш образец для начала. Хотя это глина. Может быть, стоит. Ну, сейчас попробуем, может, мочалочкой. Чтобы его тоже лишнее не размыть. Итак, диамантовая мрия. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Ну, вроде ничего, нормально. То есть она не грунтованная, она высохла, и мы по ней сразу же пошли тем воском. Хорошо это или плохо, покажет время. Но я смотрю, что царапает вроде бы наш. Возьму кисточку, может, кисточкой будет повеселее. Наш материал такой получился, ну, фактурный, и он, может быть, будет цеплять с кисточки. Рвать кисточку там тоже это не очень интересно. Вот. Ну, от кисточки тоже мне тоже не убеждает этот вариант. Ну, ничего, сейчас будем колдовать для начала этим материалом, этим инструментом. Потом по ходу будем смотреть, что дальше предпринять. Будем сейчас кисточкой, а потом мочалочкой размоем. Будет. И все у нас получится. Сейчас остатки материала я уберу. Сейчас еще раз пройдусь. Попробую, насколько это равномерно, ну, позволит равномерно нести. Да, чтобы сделать хороший образец, ребята, тоже бывает времени легче сделать стенку. То есть там метров 15. То есть по времени может образец занять еще больше времени. То есть, бывает часто, заказчики недоумевают, почему там сделать образец стоит так дорого. Потому что это такая работа, времяемкая. Так, ну хорошо тогда, не переключайтесь, оставайтесь с нами, дали Буда.